Сегодня 14 августа 2022 года в утреннее время на 26-м километре автодороги Заозерное-Гинское произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с пассажирским автобусом. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и пассажир автобуса погибли на месте ДТП. В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Государственный инспектор безопасности дорожного движения, старший лейтенант полиции Власов Алексей.